Всем привет! Продолжаем играть ТЛД. Сейчас мы с вами будем выполнять новое задание, которое мы только взяли. Это разведка окрестностей. Нам требуется Буланский лагерь. Вот он находится здесь, недалеко от Рохана. Нам далеко ехать не нужно. Сами понимаете, это прекрасно. Далеко ехать не нужно, значит, мы не особо будем напрягаться с поиском пути и как обойти вражеских противников. Воу-воу-воу, там что-то большое, такое драка какая-то такая огромная. Стоп. Ладно. Давайте попробуем так. Давайте так тогда. Я хотел пройти это все проклацав, но не получится. Ай, твою мать, наши дебилы. Я не понял, что это такое, но ладно. Наши что-то объезжают, едут как-то странно. Типа у нас есть возможность... Ох, ё-моё. Не знаю, кто там такой прямоглазый. Да ты издеваешься, сдохни уже. Я же сказал, сдохни. Так. Следующий. Сдохни. И ты сдохни. Все сдохнут. Маловато что-то наших воинов подоспело. Ай-я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 й. Ловлю слишком много стрел, нужно немножко в сторону. Да уйди ж ты! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Нельзя, фу-фу-фу, брось-брось-брось. Как же ж меня это бесит. У них очень много лучников, как ни странно, они очень хороши. Но я его хоть поцарапал. Я не особо хочу приближаться, потому что, опять же, лучники очень хороши. Король Теоден оглушен ударом. Кошмар. Но я особо не лезу, потому что, ну, сами понимаете, что будет. Как бы и так понятно. Меня просто возьмут и убьют. Но вот у нас подкрепление какое-никакое. Ну, я перешел на новый уровень. Очень хорошо. Тихо-тихо. Уйди. Я сейчас с дуру чуть не погиб. Прибыли новые враги. Где мое подкрепление, уроды?
Враги прибывают, а подкрепления нет. Ой-ё, там еще эта махина приехала. О, вот подкрепление, судя по звукам. Твою мать. Сам виноват. Нам тролля нужно убить, он в доспехах, зараза, еще и. Я ни на секунду, блин, не останавливаюсь, потому что если я тормозну, меня убьют сразу. Да дурацкий тролль. Да убейте ж его кто-нибудь уже. Но я уже не могу выйти, потому что, ну, сами видите. У меня два. Давайте Вестфольд. Казармы. Будем хитрить, так сказать. Хоть что-то таким образом, блин, выиграем. Опытный всадник, всадник. Отборный. А, блин, надо было рейнджера взять. Я с дуру не того взял. Ладно. 6, 7 вождь. Вождь и 7 этих козлят. Давайте вождя и 7 козлят попробуем забить. Есть шансы, я надеюсь, потому что у них не должно быть тролля. Но я вообще на последнем издыхании, меня просто убьют и не заметят. Так, одного я уже убил. Осталось еще 7. Промахнулся, зараза. Где там вождь этот? Вот тебе. На. Есть. Все. Кто у нас там есть? Дикарь, дикарь, всадник. Давайте будем брать тех, кого можем. И кого не можем. Готово. Тут собираем. И идем на помощь своему королю. А мне некого взять. Ладно, я не могу, точнее, никого взять, потому что, ну, куда? Надо увеличивать количество дебилов, которых я могу держать у себя. Так. Казармы. В казармах мы их сейчас зададим к чертовой бабушке всех.
Готово. Казармы наших. Тут пусто. Так, в отряде у нас есть 3 пехотинца. Опытный всадник. И оруженосцев 6 штук. Теперь с нашей стороны давайте ловкость докинем. Атлетика. Перевязка ран. Так будет лучше. Готово. И нам с вами нужно валить, валить, валить. Давайте сохранимся. У нас 14 из 36. В этот раз сейчас заедем. Заедем в кузницу. И, скорее всего, мы тут немножко переждем. 23-29 у меня вроде лучше, да? 21-35. Ну, относительно лучше. Этот шлем можем тоже уже продать. Так, и броня 35-15. Давайте возьмем броню Рохана. Вот это мы оставим пока. Казармы. И в казармах сейчас нужно взять всех, кого можем, берем. И отдыхаем с вами немного. Нам нужно восстановиться хоть чуть-чуть. Вестфольд осаждают. Ну ладно, давайте еще возьмем рыбы. Продолжить. Сколько у нас восстановилось? 37 из 46. Давайте сохранимся. Вестфольд у нас там. Нужно посмотреть, кто осаждает. Плюс мы так и не разведали Дуланский лагерь. Нам нужно его разведать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто за что дерется, ребята? 86 против 45. Обожаю такие битвы. Но я с дуру рванул, потому что заметил, что наших убивают. Поэтому и рванул. Ну что ж теперь. Как бы уже рванул, уже вписался, так сказать. Так, а давайте-ка мы слезем, возьмем меч и пойдем рубить мечом. Да что такое? Почему я попасть по нему не могу? Что за фигня с этим? Да умри ты уже. Так. Новые враги, блин, я еще старых не убил. Твою мать, что ты... Что у тебя голова такая маленькая?
Не попадешь. Где все мои? Где мои подкрепления? Где мое подкрепление? Где все мои воины? Что это такое? Иди сюда. Блин, сзади подъед... Как это все неудобно. 28 против 44. Ну, уже лучше. Тяжело, ребята. Вот действительно тяжело дается эта битва, потому что у нас очень мало воинов. У них постоянный перевес. И этот перевес очень хорошо бьет по мне просто. С размаху так хорошо, с оттягом. Берет и лупит. Ты ударил мою коняшку, я тебя убью за это. А, деревья, да? Препятствие, которое не пройти. Ой, сам вписался. Да что вы все такие, какие-то мелкие, блин. Жрите больше, по вам попасть невозможно. Вот, наконец-то. И то неизвестно, по кому я попал там. И попал ли вообще. Сейчас я тебе пишу, я его лошадью ударил, вместо того, чтобы... Ай, боже. Задолбали. Получено 0 урона. Ой. Я стрелу поймал. Моя теперь будет. Давай хоть тебя ударю. Ну, мне сейчас словить один удар, и я все труп. А, прибыли новые враги. Шикарно. Где мои новые союзники, никто не подскажет. А где прибыли новые враги, это хорошо. Прям толпы такие бегают. Что там за враги-то у нас? Я просто не знаю, сколько у меня союзных войск осталось. Но вот новые враги опять прибыли. А вот то, что у меня нет жизни и меня почти убили, это плохо. Орк с нога из Энгарда. Не я, я полуживой. Нормально, а эти тут ходят. Почему вы просто ходите? Что вы за твари такие? Тупые создания. Все, меня оглушили. 4 против 10. 2 против 8. Дебилы. Я офигеваю с этого всего. То есть мне надо сейчас свалить, у меня 3 бойца, а у них тут 13, вот. И я не свалю, скорее всего, да, я не успею. Ай, боже, как вы меня задолбали, ребята. Да держите позиции, куда вы рванули. Пятеро против...
Ну как пятеро? Четверо, по сути. Я сейчас одну стрелу словлю, и мне капец. Ну вот. Короче. Вдвоем против толпы. Ай ты, какая ж радость, блин. По одному попал. Да что ж ты остановился-то, дебил? Где моя лошадка? Где мой помощник? Чего он остановился? Да опять? Ну вы издеваетесь, что ли? И главное, против 16 уже. То есть ко мне еще и подходят вражеские солдаты. По мне мало тех, что есть. Попробую хоть кого-то с собой забрать, что ли. Да. Твою мать, чё вы останавливаетесь, козлы? Ну. Вот. Хоть что-то. Хоть что-то, хоть кого-то. Ну, одного я с собой забрал. Фух, как же ж меня это бесит, вы не представляете. Что это такое? Ну, что это за логика такая? Один против... Ладно, если б я еще был с полным, с полной жизнью, а то... Вот, все. То есть я остановился. Сбежать. Да иди ты в жопу. Ты понимаешь, что если бы мы это не делали, я бы уже сдох бы раза четыре. Фух, как меня это все бесит, вы не представляете. Давайте-ка мы с вами, знаете, что сделаем? Правильно, наберем еще полудурков. Сделаем из них полностью полудурков. Ай, ну а сейчас мы будем отдыхать, просто сидеть, потому что, ну, это ж невозможно. Что у нас там по отряду? По отряду у нас... Совсем низкий боевой дух. Давайте вот это вот забьем. Поднимем немножко. Главное, меня уже узнают. Классно. То, что у меня жизни опять нет, ни черта, это фигня. Главное, у меня есть мои ребятки, они помогут. Даже не так. Мои ребятки в основном и порешают все. Я просто... Помашу тут немножко, вот я вот кого-то даже убил. Но будем восстанавливать по чуть-чуть боевой дух, потому что, ну, все плохо. Видите, у нас прям вот очень плохо. Но выбора не было. Не, я мог бы просто сдохнуть, но... Зачем просто сдыхать, если мы можем хотя бы что-то сделать? Мы могли свалить, вот, благодаря этому выжили... У нас достаточно большое количество народу, кстати, выжило. Так. Мы с вами останемся тут, посидим немножко. На этом мы закончим на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Пока.